четверг в Минске открылся масштабный туристический форум «Наследие Беларуси», организованный Федерацией профсоюзов и приуроченный к году исторической памяти. Он проводится впервые и собрал на одной площадке многовековую историю, традиции и современность нашей страны. Все то, чем гордятся и чем дорожат белорусы. Концепция этой выставки, она определена главным направлением – это сохранение исторической памяти. То, что мы получили от нашего старшего поколения, от наших предков, это и есть наше наследие, главное, наши традиции, наша культура. Мы сегодня понимаем, когда человек путешествует по своей стране, а не только из книг знакомится и с традициями, и с самобытностью Беларуси, и со своей историей, а сегодня непосредственно вживую соприкасаясь с этой историей, то у него, конечно, формируется особое отношение к своей родине. На форуме представлен экскурсионно-туристический потенциал всех регионов Беларуси. Каждая область презентует не только разнообразные туристические маршруты, но и знаковые исторические артефакты. Кроме того, можно посетить мастер-классы по народным ремеслам, увидеть календарные обряды и попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам. Профсоюзный туроператор «Беларусь-турист» представил каталог туристических маршрутов по Беларуси по всем направлениям. Это уникальная разработка, с помощью которой каждый может построить свой маршрут и круглый год путешествовать по родной стране, открывая для себя новые страницы истории и тайны наследия Беларуси. Сегодня благодарен очень Федерации профсоюзов Беларуси за эту инициативу, за то, что они сегодня вот организовали такой прекрасный форум «Наследие Беларуси», где приглашены все представители наших региональных туристических дестинаций Республики Беларусь. Здесь широкий представлен спектр всех видов туристических услуг, которые развиваются в Республике Беларусь.